Привет всем, меня зовут Яна, и сегодня я расскажу вам, как сделать гантели для ваших кукол. Вам понадобится тонкий картон, бумага для принтера, зубочистки, акриловые краски и кисть, шило, пилочка для ногтей или наждачка, циркуль или линейка с кружочками и клей. Возьмите кусок тонкого картона, на нем начертите маленькую окружность с помощью циркуля или линейки с кружочками. Из этого круга нам нужно сделать правильный шестиугольник, но так как радиус круга маленький, то можно нарисовать на глаз. Но если вы все же хотите идеальную фигуру, то проведите оси у круга. Из одной из точек пересечения круга и диаметра начертите дугу тем же радиусом, что и окружность. Точки пересечения этой дуги и окружности соедините с центром. Теперь соедините все точки, лежащие на окружности, между собой. Вырежьте этот шестиугольник. По нему обведите еще несколько таких деталей, только чтобы их было четное количество и хватало на две гантели. Из бумаги для принтера скрутите две маленькие трубочки с помощью зубочистки. Я беру половину длины листа А4. В каждую трубочку вклейте зубочистку, так чтобы ее концы торчали с обеих сторон. Вообще зубочистка здесь не особо нужна, но я не хочу, чтобы все быстро развалилось. В центре шестиугольника проделайте отверстие шилом. Разделите их на 4 равные группы. Сложите и склейте вместе. Наклейте эти детали на концы зубочисток, только выровняйте их так, чтобы грани шестиугольников были параллельными. Зубочистки обрежьте по уровню картона. Если она все еще выступает, то попробуйте убрать лишнее пилочкой или наждачкой. Если нужно, обработайте края пилочкой. Покрасьте все. Сбоку тонкой кистью можно написать вес гантелей. По такому принципу можно сделать гантели любого размера и объема. На этом все, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите мой Инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. Всем удачного творчества, до новых встреч!